Спасибо, Гриша. Хорошо получилось. Там вот мне гитару убавили, а можно чуть баса на нее добавить? Потому что это бас-гитара на самом деле. Называется Bajo Sexto. 12-струнная мексиканская акустическая бас-гитара. Вот. Вы тогда в Испании служили, гнали в бой свой Т-26, пели песни, по врагам полили, но последний выстрел холостой, на беду закончились снаряды, все погибли в схватке боевой. Танк стоял, не требуя пощады, и пришлось расстаться со звездой. Танк стоял, не требуя пощады, и пришлось расстаться со звездой. Этот танк в Россию возвратился в голубой дивизии с крестом, но врагу со скрипом покорился. Я заглох и заглох однажды под кустом, и когда сгорели в нем испанцы, этот танк вернулся на завод, и стирали пленные засранцы свастику свою с боков его, и стирали пленные засранцы свастику свою с боков его. Стал он снова боевой машиной, и в войсках у Конева служил. Этот танк добрался до Берлина, до победы славной он дожил. Вновь летит над полем и над лугом, и над пыльным трактом под Москвой тот мотив, где три веселых друга, экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Кстати, действительно история, которую я вычитал у Виктора Суворова. Так что все, что он спел, это действительно было так. И то, и другое на основе реальных событий.